Итак, дорогие друзья, вашими бодрыми овациями мы встречаем на поле московский «Локомотив» и волгоградский «Рота». Состав играющих команд «Локомотив Москва» выступает сегодня полностью в красном. 18-й голкипер Данила Ипполитов, номер 8-й Илья Леонов, капитан команды, номер 5-й Илья Сашнин, 7-й Антон Шкарин, 9-й Егор Шайков, 2-й Юрий Горчинский, 10-й Юрий Крушевинников, 6-й Фернандо, 13-й Илья Санкович, 3-й Пешур и номер 1-й Андрей Кухлицкий. Состав команды «Ротор», город Волгоград. Команда выступает полностью в белой форме. Воротах номер 1-й Максим Чушков, номер 5-й Жил Пауло, номер 8-й Маурисиньо, номер 22-й Олег Мозговой, номер 7-й Максим Сукрутин, номер 2-й капитан команды Андрей Панкратов, номер 6-й Дмитрий Шишин, номер 9-й Андрей Андреев, номер 11-й Михаил Чурляев, номер 12-й Леонид Городов, номер 20-й Антон Гриф, главный тренер команды Эмиль Джавар. Судейская бригада на этом матче в следующем составе. Первый судья Владимир Титов, арбитр ФИФА. Второй судья Юрий Зинчев, город Пенза. Третий судья Дмитрий Кисловский, город Пенза. И судья хронометрист Дмитрий Орловский, город Саратов. Ну что ж, на десерт припасли супер-матч для волгоградских болельщиков, но и в целом афиша самая, что ли, на есть великолепная. Ну и при этом давайте сначала посмотрим по стартовым ударам. Удар по воротам, Максим Чушков вступает в игру, отражает выстрел в исполнении Ильи Леонова. Так вот, мало того, что сама по себе афиша реально очень классная, это матч за первое место в группе «Б». Обе команды свои две предыдущие игры выиграли, соответственно, обе команды имеют в активе по 6 набранных очков. Итак, та команда, которая одержит победу в этом матче, завтра будет играть в полуфинале волгоградского этапа с «Динамо», а команда, которая потерпит поражение в этой встрече, сыграет завтра в полуфинале с санкт-петербургским «Кристаллом». Вот такая вот история. Совершенно не важно, дорогие друзья, в какое время будет одержана победа, в основное, дополнительное, серия финансов, это не играет совершенно никакую роль. Действующие чемпионы России, трехкратные чемпионы России, футболисты московского «Локомотива», которые, состав которых полностью составлен из игроков сборной России, а также бразильца Фернандо, швейцарца Андрея Санковича и португальца Пешура, которые тоже являются, естественно, игроками своих национальных сборных. Против хозяев площадки команды «Ротор» Волгоград, удар по воротам, Егор Шайков, что творит Максим Чушков? Голкипер «Ротор» играет очень надежно. Ну, он «Волгоградский ротор» я уже очень подробно представлял. За предыдущие два дня уже говорил о том, что команда является победителем этапа чемпионата России прошлого года, который проводился в Самаре. Команда, которая по итогам прошлого сезона сохранила прописку в Суперлиге, вошла в шестерку лучше. Но, естественно, на домашнем этапе перед волгоградской командой стоит только одна задача, это победить, другого быть не может. А это был Илья Ипполитов, голкипер сборной России, пробил по воротам, Максима Чушкова пробил мимо. И зафиксировал в этом эпизоде открытое нарушение правил Егор Шайков. Но расстояние все уходит. Вот, помните, я говорил о том, что в пляжном футболе любой штрафный удар – это голевой момент. Но вот в этом эпизоде расстояние все уходит. Но даже из таких расстояний в этом виде спорта залетают голы. Егор Шайков у мяча. Раздвигаться не очень удобно, потому что уже полностью в борту упирается Егор. Но тем не менее бьет, но это намного не было.
Новосильно! Удар поворотом выше! Вторая четверка. Уральский команд появляется на поле. Ну и то самое предпослужение Локомотива. Четверка в составе игроков сборной России Юрия Горчинского и Юрия Крушенникова. И игроки сборных команд Португалии и Бразилии. Португалия Спешо, третий номер, и Фернандо Бразилес, под шестым номером. И Медвежишин, номер позиции! Заходит фильм, бьет и Галерия Полита! Спасает Лукаута. Что касается Лукаута, то сейчас, когда появится на поле Михаил Чурлев, чисто российская четверка будет у болгарской команды. Андрей Панкратов, еще один Андреев, Дмитрий Шишин и Михаил Чурлев. Сейчас вот как раз меняет он бразильца Жила Пауло, лучшего игрока прошлогоднего самарского этапа, чемпионат России Андрей Андреев. Вот здесь Юрий Горчинский, выгрызает этот мяч. Какой момент, дорогие друзья. Отличный выстрел. Мяч пролетает чуть выше ворот в этом эпизоде. Ну и счет на того прежний. Счет пока не открыт. Антон Шкарин, Илья Сашнин и Егор Шарков. Вот так вот сейчас выглядит четверка, которая выйдет на поле у Лока. Но Илья Львов, Антон Шкарин уже появились, а вот Фернандо сейчас меняется, Илья Сашнин появляется на поле, и вот осталось поменять Бельшова, место которого готовится выйти Егор Шарков. Come on, come on!
Здорово, барабанщик, без разряда нам нужен фаул. Ну и даже нарушение правил со стороны Егора Шарякова в этом моменте было зафиксировано. Жив фаул. Итак, мы разобрались, дорогие друзья, сегодня в этом эпизоде. Я по-другому быть не могу. Жан-Пау. Бразильский легионер команды Ротор Волгоград будет пробивать стартовый удар по Данилу Ипполитову. Великолепно сыграл молодой голкипер Локомотива, но и песок попадает в глаза Даниле. Естественно, вода сейчас понадобится. Водой проводит капитан Локомотива Илья Леонов. Своему голкиперу глаза, и Данила будет продолжить. И всего лишь уже 3 минуты остается сыграть команда в рамках первого периода встречи.
Итак, за 40 секунд до завершения первого периода 11-й номер команды «Рота» Михаил Чурлен заливает мяч, и «Рота» выходит вперед 1-0. Ну что ж, все-таки не без забитых мячей у нас первого периода, но посмотрим, еще есть 40 секунд, кстати. Великий Шеренька, удар! Максим Шушков, надежен, голкипер Волгограда. Фернандо сделал второй этаж. Вечер против Дмитрия Шишина. И Михаил Чурлен перетапывает мяч. Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты, команда за первый период. 1-0, Рота впереди. Ну и теперь на поле встречаем замечательных девушек из Санкт-Петербурга. Итак, уважаемые болельщики, стартовал второй период матча между московским «Локомотивом» и «Лех Москва». Автор забитого мяча номер 22. Понадобилось подопечным Эмилию Жарованова, чтобы сделать счет 2-0. Ну и много, естественно, усложняется задача на команде в данном эпизоде. Антон Шкарин, Дэвид Санкович, Илья Леонов, Сеня Мечастный Трипуль, Илья Леонов пробивает! Илья Чатковый, Олег Козгоров, улетает за пределы поля. Дэн Станкович. И арбитр назначает пенальти. Ворота Рота. Дэн Станкович будет пробивать 9-метровый пенальти. Вот достаточно начала второго периода, на первых же секундах Олег Мозговой
забил вывод пенальти Резона де Старковича. Андрей Буфицкий, такой сын! Наверняка забирает мяч Максим Чешков. Это, конечно, просто мечта фотографа. Такой сейф, как говорится, для прессы. Очень красивый прыжок. И надо зафиксировать в своих руках мяч Максим Чешков. Кстати, да, мы тут буквально сразу парафраз телебросили с друзьями. Вратарей у нас еще не забивали. За три игровых дня уже голы вратари бывают, но не здесь пока. Отпускаем с мяча. Максим Чешков, но в этом эпизоде песок в глаза получает Максим. Ну и при этом зафиксировал арбитр Испенца, Юрий Сичев. Нарушение правил. Максим Чешков пробьет штрафную вар. Ну вот только я сказал, что вратарей не забивали. И как раз голкипер сейчас будет разрывать. Ну, далеко вам по двору. Бывают в таких ситуациях, когда разыгрывают мяч, футболисты, голкипер отдает передачу на ближнего партнера по команде. Ну, посмотрим, что сделает Максим, пока он тщательно делает себе кулачку. Для мяча устанавливает этот самый мяч. Ну и, соответственно, будет пробивать. Лапота внизу! А вот это гол! Автор забитого мяча, голкипер Волгоградского Лотера Максим Чешков! Ну, друзья, да, забавная история получилась, но только я сказал, что вратари не забивали, получаете штрафной, и Максим Чешков отличается. Итак, ребята, 5-1 в пользу Ротора. Дмитрий Шишин с мячом стоит на игре. Здорово! Играем на Дмитрий. Андрей Панкратов, у которого вчера был день рождения, все его поздравляли. Ну и вот здесь. Чешков читает игру, выходит, забирает мяч в свои руки. Thank you.
волгоградской команде явно удается. По сути, любой штрафной – это тут же голевой момент. Михаил Черняев. Удар по воротам. И Гречков, перехватывает мяч, бьет! Максим Чучков, очередной раз более чем надежен. Это просто минута, Михаил Черняев, дорогие друзья. Вся опасность воротам. Локомотив исходил сейчас от него. Андрей Куплинский. Юрий Горчинский, диагональ, Бешор! И чем закончится в итоге этот эпизод? Бешор! Убан! И Дмитрий Сысин в обороне Гадюша поставляет ногу под удар Бешора. Просто струну дотягивается все-таки до мяча, оставляет его за боковую линию Юрий Крушенников. Передача на Юрия Корчинского. И тот на Андрея Гухлицкого. Андрей Гухлицкий вновь возвращает мяч Юрию Корчинскому. Юрий Крушенников. Юрий Корчинский. Великолепная комбинация. Отрезвался на Юрия Крушенникова. Блестящие болгарские действия от новых болельщиков спасают целую трибуну от неприятностей. Ну и Максим Чучков решил еще раз проводить, но это на новый вышел. На тоненьком, что называется, сыграл здесь. Атаковал его Дмитрий Шишин, Юрий Горчинский. Но вот Дмитрий Шишин вновь. Мяч не царапывает. Олег Пусковой, скидка в центр. Первый вычетный фанкрат от Дмитрий Шишин. Удар! И прямо в руки Андрея Куплинского. Да вот так совершенно незаметно, дорогие друзья, уже больше половины матча сыграно Фернандо! Мимо ворот, больше половины матча позади. 3-1, Волгоградский Ротор, хозяин площадки. Впереди. Yeah!
идет! Помогай, блядь! И просто все команды Андрей Бухницкий. Олег Мазгаровой. На правом фланге атаки своей команды против Антона Шкарина. 12 чуть назад. И прострельная передача на поле мяч в руках Бухницкого. Второго периода. Андрей, в предыдущем эпизоде у нас три атаки. Доносили два поворота, я еще раз со стороны прошел. Фернандо, Кельсо. Беги, забеги! Фернандо. Куда поворотом? Мимо. Давай, давай, вперед, давай! И, со старой стороны, для трех. Перемещите, пока что один. И уже неправильно со стороны Андрея Панкратова. И очистите, пробьем штрафную. Итак, смотрим, дорогие друзья, Юрий Горчинский у мяча. Удар по воротам! Митя вторую сделку. Юрий Горчинский в этом эпизоде. Последняя минута второго периода. Голосовляем! Угловой удар. Справа фланга своей атаки. И не успевает. Уложится 5 секунд Андрей Андреев. Итак, последние секунды. Второй 12 минут. Фернандо. Подрывается Фернандо. И фиксирован Гриттон. Удушение правильно со стороны Фернандо. Дмитрий Шишин будет пробивать штрафной удар. В третьем периоде, дорогие друзья, расскажу вам, естественно, завтрашний календарь, тем более две игры мы уже знаем точно, пары. Но вот определяются соперники «Кристалл» и «Динамо» по полуфиналу. Напомню, победитель сыграет с «Динамо», проигравший в этом матче сыграет с «Кристалл». Ну и теперь все внимание на поле Дмитрий Шишин у мяча. Удар поворотом Андрей Бухницкий! Играет очень надежно. Юрий Душевников. Удар Максим Чешков! Ну и не форсирует события футболиста Ротора, потому что перед этим завершен, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Ну и теперь наши ребята вас с огромным удовольствием встречаем на поле танцевальной команды «Инфинити» Волгоградского Ротора.
после 24 минут игры счет 3-1 в пользу хозяев площадки команды «Рудогород Волгоград». Ну и, соответственно, еще 12 минут ради, друзья, нам предстоит с вами увидеть. Итак, еще 12 минут, дорогие друзья, этого интереснейшего футбола. Мы с вами посмотрим, после чего, к сожалению, попрощаемся на сегодня. Но попрощаемся только лишь до завтра, дорогие друзья. Потому что завтра, начиная с 12 часов дня, будут сыграны полуфинальные матчи турнира за 5-8 места, а потом, соответственно, два уже непосредственных полуфинала Волгоградского этапа чемпионата России. Ну и, кстати, могу вам уже рассказать, дорогие друзья, как будет выглядеть программа завтрашнего игрового дня, чтобы вы уже были в курсе и думали планировать свой завтрашний день. Итак, 12 часов. Это у нас первый два матча, это, конечно, как я уже говорил, это последний Юрисио и Андрей Духлинский. Первый два матча у нас, дорогие друзья, это полуфинал турнира за 5-8 места, и в них встречаются следующие команды. 12 часов играют «Крылья Советов» Самара против Ярославского «Подводника», а в 13:15 встречаются «Сторгино Москва» «Дельта Сара». Это у нас, соответственно, дорогие друзья, полуфинальный матч турнира за 5-8 места. И начиная с 14:30 уже... Какой момент! Начиная с 14:30 уже непосредственно полуфиналы первого этапа чемпионата России. 14:30, дорогие друзья, внимание, 14:30 встречаются «Кристалл» с проигравшим в этом матче. А в 15:45 игра победителя этого матча против московского «Динамо». Так что вот такие дела. Полуфинал у нас 14:30, 15:45. Антон Шкарин. И 5 секунд мы уложимся. Антон. Маурисиньо. Блестящего барона Юрий Крашенинников отрабатывает. Егор Шайков! И мяч тоже на руках вратаря. Это гол! Счет становится 4-1. И автор забитого мяча Маурисиньо! Итак, дорогие друзья, 4-1 в пользу Волгоградского «Рудогорода». Юрий Горчинский, удар, дальняя дистанция. Дэн Старкович, Юрий Горчинский. Нет, первым мяч все-таки Дэн Старкович. Юрий вступил в этот эпизод, Дэн Фернандова. И Дмитрий Ашишин мяч попадает. И... Вот
Вот я думаю, совершенно бессмысленно, да, комментировать, насколько красив был этот мяч. И автором этого шедевра стал номер второй Андрей Панкрата! Ну что, дорогие друзья, 5-1. Юрий Гравчинский набирается за флагу. Восьмой номер Волгоградского ротора Бразилии Маурисио.
когда нарушил правила против Дэвида Останковича. Сейчас уточнили этот момент, там была желтая карточка. Ну и тем временем Олег Мозговович, а? Стартные роботы на сегодня получаются здорово. И тоже неплохо, да, и Олег вступает в игру, и упал удар по воротам мимо. Спасибо, Хорошо, пошла.
Пошли в исполнение игроков «Кристалла» из города Санкт-Петербурга, которые находятся в углу между двумя тренировками, и там тоже голова запускается. Браво, Олеся Кирилл-Награда, браво! Пользу Волгоградской команды, подопечный Ирина Жабарова.
провели просто великолепную игру, просто потрясающий футбол в исполнении волгоградской команды. И совершенно заслуженно аплодисменты с трибуны раздаются в адрес. Физическая концовка. Останавливается время. 8 секунд. Итак, дорогие друзья, мы поздравляем команду чуть-чуть заранее я тогда поздравил с победой, я дождался финального свистка, Антон Грик нанес удар ногой по мячу с рук, что запрещено. Ну и соответственно, за 60 секунд до завершения этой встречи, как раз пока пауза, я уже могу точно назвать это расписание завтрашнего дня. Итак, дорогие друзья, 12:00. Начнется полуфиналы за 5-8 места. Крылья Советов, Самара, Подводники, Ярославы. 13:15. С региона Москва, Дельта, Саратов. И с 14:30 начинается полуфинал. Первый полуфинал. Супер-матч. 14:30. Кристалл, Санкт-Петербург, Локомотив, Москва. И в 15:45. Второй полуфинал. Родина, Волгоград, Динамо, Москва. Вот такие вот у нас матчи. Первый полуфинал. Рядом со мной Максим Чужков, голкипер волгоградского ротора. Максим, поделитесь ощущениями от турнира и конкретно такой неожиданной для многих победы над Локомотивом. Ну, что сказать? Победа? А что скажете о болельщиках? Наверняка нравится такая поддержка. Здорово. Первый раз с таким встречаюсь. Вообще здорово. Молодцы люди, которые ходят на футбол и болеют за нас. Спасибо им большое. Как ведете подготовку? Будет ли что-то специальное перед полуфиналом? Уже известен соперник, московская «Динамо». Что-нибудь знаете об этой команде? Ну да, мы встречались в Самаре, выиграли. Будем стараться победить. Спасибо вам большое за интервью и удачи.